Добрый день, дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня мы с вами проведем третье занятие, связанное с ритмикой. И я вам расскажу очень важные такие методические приемы, которые вам интересно будет и полезно использовать при занятии с музыкой, а конкретно уже не для занятий с музыкой просто, а для создания музыки. Ведь если вспомнить, что музыка — это вид искусства, где художественный образ достигается посредством нот, пауз, звуков и тишины, определенным образом организованных во времени, то следствием вот этого всего этого организации является ведь создание собственной музыки. Создание собственной музыки, которая может быть выражена в виде сочинительства, то есть конкретное создание музыкальных фраз, аккомпанемент и всего остального, фиксирование это в исполнительской манере, либо там на нотах, либо на записи, конкретно сочинительство, либо импровизация. Импровизация, то есть это композиция, вот сиюминутная, которая происходит. Импровизация — это важнейший навык музыканта, и, скажем так, что это высшая стадия квалификации музыканта. Независимо от жанров, если мы вспомним, все великие композиторы академической музыки, все наши столпы, большинство из них были импровизаторами. Импровизатором был Бах, импровизатором, конечно, был Моцарт, импровизатором был Лист, импровизатором был Паганини, то есть все они были импровизаторами. Не говоря уже о джазменах, о более современных музыкантах, о музыкантах XX века, то есть для них это уже обязательное условие. Обязательное условие. Потому что именно в импровизации, а поверьте мне, что многие произведения академических мастеров рождались именно, когда они сначала импровизировали, когда они придумывали какие-то вариации на ходу, потом из этого создавались какие-то кирпичики, какие-то идеи, и потом они уже фиксировались в конкретном музыкальном произведении. Не все музыканты тех эпох и более поздних эпох XX века обладали такой способностью, но точно этой способностью обладало большое количество композиторов. Не все, но большое количество композиторов, особенно те композиторы, которые сами являлись исполнителями. То есть высшая квалификация музыканта заключается в том, если он знает музыку, при этом сам хорошо и крепко исполняет ее на музыкальном инструменте и при этом импровизирует. Вот если это происходит, то музыкант приближается к наивысшей степени своей квалификации. Поэтому импровизировать надо стараться это делать, но при этом не бежать впереди паровоза. И стараться делать какие-то простые вещи, но относиться к этому абсолютно осознанно. А чтобы относиться к этому осознанно, нужно в узкой части гармонии и в узкой части ритмики понимать, что вы используете, какие ноты, какой лад в части гармонии и какую ритмическую структуру, какую ритмическую модель вы используете в части ритмики. Итак, не обязательно для начала импровизации брать какое-то сложное произведение и пытаться интуитивно там что-то находить. Возможно, вы что-то найдете, возможно, вы интуитивно поймете правильную фразировку в соответствии с ритмикой, возможно, вы найдете какие-то правильные ноты интуитивно, но, скорее всего, это все будет мимо. Проще играть простую музыку, но абсолютно понятную. И вот сегодня в качестве модели давайте возьмем самый простой блюз. Самый простой блюз, мы сыграем его в каком-нибудь вот в таком темпе. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. При этом вы уже понимаете, что у нас будет трехдольная пульсация, пульсация свинговая. Каждая четверть будет разделена на три, на триоль. Первые две ноты из триоля мы залигуем, и то есть у нас будут такие свинговые смещенные восьмушки. Та-ту-та-ту-та, например. Не ровно, не часики, а... Итак, вот у нас такт, в этом такте у нас 8 таких восьмушек. Раз, два, три, четыре. Раз, и раз, и раз, и раз, и раз, и два, и три, и четыре. Все. Вот внутри этих 8 нот мы будем строить свою как бы импровизацию. Зачем мы еще взяли блюз? Мы еще взяли блюз для того, потому что мы знаем, что существует блюзовая гамма, и независимо от того, какая гармония будет исполняться, 6 нот блюзовой гаммы могут лечь, мы можем даже об этом не думать. То есть пока нам не обязательно думать о смене аккорда, о ключевых нотах, об особенностях, о ладах, хотя, конечно, потом мы об этом поговорим. В каком бы месте, в каком бы аккорде не были, мы сыграем одну из нот блюзовой гаммы, и она попадет. Ну, давайте это еще раз проверим. Вот блюзовый квадрат. Тактов, если вы помните. Разнообразие гармонии не имеет значения. Вот квадрат заканчивается. Теперь оставляю линию баса и играю ноты блюзовой гаммы, чтобы вы увидели, что как бы гармония не менялась, эти ноты подходят. Все, 6 нот мы их будем использовать. Мы знаем ноты. Вот теперь нам нужно их правильным образом ритмически расставлять. Мы должны создать свой собственный арсенал, свой собственный багаж мелодических фраз, которые впоследствии создадут огромное такое озеро вот этих вот массивов, этой фразировки, кирпичики мелодические. И когда мы уже будем импровизировать свободно, тогда мы эти кирпичики будем использовать, вернее, это будет происходить интуитивно, потому что все это должно быть в пальцах, все это есть в каком-то опыте, в памяти. И в момент построения самой импровизации мы будем заниматься другими вещами. Мы будем не думать о том, что мы исполняем, мы будем, наоборот, выключать голову. Вот это важно, мы будем выключать голову, мы будем добиваться тишины ума, для того, чтобы нам приходили какие-то идеи сверху, а мы инструментативно, то есть мы физиологически готовы к этому, потому что пальцы заточены, фразировки нам известны, мы просто их используем и моделируем свою собственную импровизацию, а потом, может быть, и композицию. И вот для того, чтобы это сделать, чрезвычайно полезными являются следующие упражнения. Банальное исполнение простых ритмических фигур. Ну, смотрите, вот идет бит. Раз, два, три, четыре. Зная, что у нас 8 восьмушек в такте, значит, мы можем в такте сыграть максимум 8 нот. Вот давайте будем их играть от одной. Сначала первую, которая идет на раз, потом две, первую и вторую, раз и разы, потом три, раз, разы, два, потом четыре, раз и, два и. И так до конца, до 8. И это важно, осознанно попадая в ту часть такта, в ту ритмическую основу, в то место, которое нам нужно. Ну, поехали. Играем только раз. Раз. Именно в метрономе. Обязательно. Четко попадая. При этом мы можем менять ноты. При этом можем менять ноты гаммы, а заодно и для себя делая какие-то выводы, какая нота наиболее уместна для исполнения этого аккорда. Итак, еще раз. Два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два. 4 раз. Если вам кажется это скучным, гоните эту мысль. Когда вы играете это простое упражнение, вы себя ритмически настраиваете. Вы настраиваете свой механизм на слушание времени, на контроль времени. Это очень полезное упражнение. Дальше. Мы играем две ноты. Первую на раз и на разы. Раз, два, три, четыре. Одинаковые или две разные. Это очень полезно. Играем три ноты. Раз, два, три, четыре. Да? Дальше я не буду останавливаться, а буду играть просто дальше. По три пока. Четыре. Можете ошибаться. 6 и обратите внимание, более эффектными фразами являются те, которые заканчиваются на слабую долю. Вот это особенность, вот это правило. Старайтесь играть фразу, строить фразу, чтобы она заканчивалась на синкопу. И тогда вы создадите характер. То есть не будет вот этой, как иногда музыканты говорят, кондовости. Следующее интересное упражнение, которое я называю «ловли блох». Очень полезное упражнение. Смысл его заключается в том, что мы ловим конкретную долю из восьмих. Раз или разы или два. Этот прием часто используется в аккомпанементе. Всегда большая проблема музыкантов не просто импровизировать, находить какую-то мелодическую линию, какую-то фразу, но и правильным образом, правильно ритмически импровизировать. Особенно в джазовой музыке нужно повесить аккорд в нужном месте и в нужное время. Поэтому это упражнение можно делать не конкретной нотой, а прямо аккордом. Давайте сделаем быстрый темп. Побыстрее темп, чтобы было сложнее эти ноты ловить. Да? Я буду играть обычный блюз, но вешать аккорд на каждую долю. Сначала на раз, потом на разы. Попробуем. Вот у нас идет квадрат. Еще поживее сыграем. Два, раз. Вот идет квадрат. Раз. В начале каждого такта я буду играть аккорд. Раз заканчивается, мы начинаем. Итак, первая доля. Раз, два, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Два, три, четыре, раз. Теперь разы. Раз, два, три, четыре, раз. И раз, раз, два, три, четыре, 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 раз. Теперь два, раз, два, три, четыре, раз, два, раз, два, три, четыре, раз, два, раз, два, три, четыре, раз, два. Четко на два, два, три, четыре, раз. Вот, я считаю, вот это должно у вас проходить внутри, да? Раз, два, два и, раз, два и, раз, синкопа, раз, два и, раз, два, три, четыре, 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 раз, два и, ровно три, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три. Теперь считайте сами. Раз, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три. считайте сами. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. И в этом моменте надо играть аккорд следующего такта. Два, три, четыре. И следующего такта. Раз, два, три, четыре. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот такое очень полезное упражнение для ловли и понимания контроля и осознанности ритмической структуры музыкального произведения. Понятно, что это можно исполнять в разной музыке. В данном случае триольный свинг — это самое простое. Представьте, что вы будете играть это упражнение, например, в фанке. В фанке вам нужно поймать каждую ноту из 16, не из 8, а из 16. А ваше упражнение по добавлению одной ноты, по выкидыванию ноты из 16, то есть количество этих вариаций становится больше, больше, больше. Это если мы используем просто сквозные модели. Сначала прибавляем по нотке, потом по нотке убавляем. А есть же еще разные варианты. Можно же расставлять эти 8 и 16 в любом месте. То есть это совершенно непочатый край практической работы, аналитической работы, практической работы. Но именно из этой практической работы и возникают ваши собственные ритмические фразы, которые являются вашим багажом, и потом вы их можете правильным образом использовать. Так что, пожалуйста, обратите на это внимание и тратьте на это много времени. Вам нужно много времени заниматься с метрономом, вам нужно еще больше времени заниматься исключительной ритмикой, чтобы ваша музыка была состоятельной. Спасибо, до новых встреч.